Комсат мы работаем с таким оборудованием. Ethernet-коммутаторы, оборудование PON, оборудование сетей КТВ. Основными партнерами Рамсат по этим направлениям являются компании EdgeCore, CDATA, Picatel, Visi, Telkom Telmor и RCI. Рамсат всегда нацелен на долгосрочное сотрудничество. К примеру, с EdgeCore мы работаем уже 10 лет, а с Visi 25. Компания Рамсат имеет статус эксклюзивного дистрибутора EdgeCore на территории Украины. Наши клиенты – это в основном интернет-провайдеры и провайдеры КТВ. Мы также тесно работаем с интеграторами и помогаем им с проектными решениями. Сама по себе технология Ethernet не нова, и период ее активного роста уже прошел. Фокус провайдеров сместился с многоэтажной застройки на частный сектор, где себя хорошо зарекомендовала технология PON. Сейчас уже никого не удивить абонентским тарифом в 1 гигабит, а еще буквально несколько лет назад провайдеры очень скептически относились к идее предоставления такой скорости своим абонентам. Одной из первых компаний, которая начала строить новые участки и модернизировать старые на гигабитных коммутаторах EdgeCore, была LANET. И как показало время, это было правильным и своевременным решением. На сегодняшний день LANET занимает лидирующее положение среди операторов, предоставляющих гигабитный доступ в сеть, а серия гигабитных коммутаторов ECS4100 стала самой востребованной среди интернет-провайдеров. Наши коммутаторы объединили в себе надежность, удобство настройки и доступную цену. На нашем складе всегда есть достаточный запас и ассортимент коммутаторов EdgeCore под любую задачу или проект. Процессы поставки оборудования на склад хорошо отлажены и легко прогнозируемы. Инженеры технической поддержки Рамсат всегда готовы помочь со сложным вопросом, а при необходимости подключить к решению вопроса инженеров и разработчиков производителя. Именно поэтому выбор в нашу пользу уже сделали крупнейшие интернет-провайдеры Украины – LANET, Воля, Вега, Тенет, Фрегат, корпоративные клиенты «Розетка» и «Новая почта», а также государственные органы и силовые ведомства. Потому что Рамсат – всегда выгодное сотрудничество.